Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Асмял, и сегодня я хочу поиграть в разные игры. В общем, может я пройду, может одну сегодня. Думаю, будет прикольно, давайте начнем. Так. Чуть-чуть вебку настроил, вроде качество должно быть получше. Так, варнинг, это ладно, все равно. 17 тысяч долларов, 3 года тюрьмы. Короче, наверное, лучше не повторять, что тут будет, так что, окей. Так, лайт камера, это все-таки демка игры, так что тут еще официально не вышло релиз. Ненавижу здесь работать. В ночную смену так поздно ни разу не звонит, а 911. Все ушли домой, так что я совсем один. Продолжу. Я серьезно, мне вчера вечером позвонил мисс Дженкинс по поводу ее кошки на дереве. У некоторых людей нет жизни. Точно так же, как ботаники, которые играют. Но хватит жаловаться, должен налить себе воду и начать смену. Это будет долгая ночь. Я могу взаимодействовать с предметами на Е и ходить на ВСД. Так, окей. Блин, сенса маленькая, ну ладно. Очень маленькая. Просто вот, вся моя рабочая зона коврика. Я вот так только могу повернуться. Ладно, окей. Хотя нет, ну, нормально. Окей, тут есть фильтр воды. Тут можно попить воды. Мне надо попить воды, так что... Воняет. А где... Ладно, пойдем за стаканчиком. А, не, вот так надо. Да-да-да, хочу налить водички. А, вот. Сейчас здесь... Сейчас у меня есть вода. Значит, я могу начать работать. 911 звонки. Ну, точнее. Видимо, он работает там, где принимают звонки. Вот. Мне просто нужно найти стол с красным телефоном. Это позволит мне принимать любые входящие звонки. 911. А. Ну, короче, принимать любые входящие звонки. Смотрите, какой офис, кстати, зацените. Вот тут сидит босс. А вот тут сижу я. А вот здесь сидит... Ну, видимо, уже не сидит, раз... Я бы сказал, ну, он какой-то желтый, ну, странно. Явно кто-то испугался сильно. Окей, дальше. Тут полки нельзя открыть. В окнах краснота. Компы стоят. Мощные. Это журнал. Он... Дата его изготовления 1989. Выглядит очень старым и использованным. Вот, красный телефон. Я хочу еще посмотреть, что тут есть. Ну, в принципе, ничего интересного. Это доска объявлений. Здесь вывешены всякие продажи и ивенты. То есть, здесь пропавшие люди, постеры их не 3 месяца, что-то там. Окей, давайте 7. Я могу работать за компьютером. И отвечать, сесть и отвечать на звонки, да? Окей. Я могу использовать телефон, чтобы смотреть. Как только я отвечу на звонок, я могу задать несколько вопросов. Мне нужно получить как можно больше информации. Окей. Что-то упало. Ладно. Ладно, подумаешь, что-то упало. О. А со стеной что? Да-да. Алло, помогите, пожалуйста, мне нужна пожарная часть. Притормози, что происходит? Где ты? Пришлем их сейчас же. Давай, где ты, пришлем их сейчас же. Я у Дэнни, есть здесь горячая красотка. Вы только что позвонили в службу 911, чтобы позвонить? Чего?
Вы только что позвонили службу 91, чтобы позвонить? Нет, ну я не понял. Сэр, это только для экстренных случаев. А он типа такой, ха, здесь горячая красотка. Класс. Да. Ну давай. Да-да. Нет. Чёртовы дурачки, звонят просто так, чтоб фигню сказать. Вот бы они еще получали за этот срок. Боже. Не, ну потолок конкретно проплыл. О. Алло? Кто вы? Нужна помощь? Точки, точки, точки. Сэр. Алло. Что произошло? А, какой-то пранк. Опять позвонили пранкеры. Ладно. Окей. Сижу такой. Чисто. Пранкеры звонят. Алло? Привет, я хочу сообщить о неприятном нарушении. Окей, сообщай. Что такое, сэр? На бойне Миллера Сан. Поторопитесь, пожалуйста. Вы их видите, сэр? Что произошло? Нет, но я их слышу, походу. Окей. Вызвал полицию. Окей, вызвали мы полицию. О. Все, смена готова. 2 июля 1992 года офицер мистер Эндрюс пропал без вести во время дежурства в районе озера Мастен. Его последним известным местонахождением была скотобойня Миллиар и сыновья. К северу от озера Мастен, хотя его тело было найдено, и в то время оно было слишком изуродованным и ужасающим, чтобы его опознать. Специалисты говорят, что его ударили чем-то вроде мясного ножа, длиной примерно 13 дюймов, с огромной силой. Это оружие так и не было найдено. А, не, я понял, я вызвал полицию, но типа не успели. Окей. Мистер Эндрюс ответил на сообщение о нарушении порядка на бойне Миллер и сыновья. Хотя диспетчер потерял связь с Эндрюсом, после того, как ответил на этот звонок, считалось, что его схватили и убили, когда он находится внутри бойни. Однако только Эндрюс будет знать всю историю. О, мы где? Диспетчер, это Эндрюс. Я только что прибыл на место происшествия. Никаких признаков того, что здесь никого нет, конечно. 10-4. Эндрюс, мистер Дженкинс, сказал, что видел, как 4 ребенка вошли в бойню. Вероятно, снова какой-то рейв. Я дам вам знать, если увижу что-нибудь. Хорошо? Я поищу любые улики и путь. 3 месяца я был в госпитале и отправлял вам сообщение, что-то такое. Кто только что бежал? Блин, офигеть. Это моя тайная машина. Я мало гулял с тех пор, как родился ребенком. Такой, я родился, ну и буду ехать на машине. Вообще, постоянно примерно. А, как родился ребенок? Давай покончим с этим. Не важно. Это чья машина? Это машина с 4 колесами. Нет, блин, 3. О! This is Night City. Я вошел в металлический. Просто блоки металла из Майнкрафта. А. Эндрю, ты видишь что-нибудь? Так, ну нормально. Ничего страшного, просто света нет. Это выход, я не могу туда. Это тоже закрыто. Снаружи. Окей, пойдем.
Что мне делать? Все закрыто? Так и еще. Так и что мне? Умирать тут теперь? А, о, открыто, оказывается. Тубзик. Да. Скажем, туалет. Туалет, ну. Туалет, ты туалет. Вебка очень сильно фризит. Но зато качество получше. Я просто, оказывается, думал то, что нормально, а в итоге подкрутил чуть-чуть вебку и... Это же руки из крови. Еще, мне кажется, игра была замучена. Вот, блин. Ладно, окей, будем считать, что без звуков играли. Я просто музыку в начале видео буду вставлю какую-нибудь, чтобы скучно не было. Я ж не знал то, что у меня выключено. Почему вообще оно выключено? Фиг знает. О, что ты нашел? А, нет. Ну последний-то туалет, ну. Сейчас будет. О, я нашел что-то там. Что ты нашел? Боже, это просто... Блин. Чел, ты в муте. О! Какой приятный звук, на удивление. О! То есть я такой сразу вентилятор. Не, я назад хочу. Я еще не обсмотрел комнату. О, в общем, я не хочу читать уже. Ну, реально, надоело. Кому надо, почитайте. На паузу поставьте. Вот, читайте, читайте. Переводите, а то мне о, это уже тяжело. Достался я уже переводить. Ладно, хорошо, я прочитаю вам эту записку. Ну что, скорее всего, записка очень важна. Запись в журнале 06-86 год. В последнее время Джордж ведет себя странно. Его увлечение мертвым животным становится весьма тревожным. А выражение его лица, когда он убивает скот, тревожит. Я больше не знаю, кто он. С тех пор, как умерла его мать, он становится все более замкнутым. Я собираюсь... где тут? Я собираюсь поговорить с ним. Сегодня, может, ему просто нужно поболтать со старым другом Райдером. Интересный друг, согласны, узнали. Так, ну пока что что-то тут нормально вроде. 1-6-3-1. Окей, надо запомнить. 1-6-3-1, 1-6-3-1. 1-6-3-1, 1-6-3-1, 1-6-3-1. О! Пометка. Это вал в колесо. Взять? Ладно. А, я понял. А во. Сюда вентиль поставлю. Тут тоже нифига. Да что? Меня? Боже, ч я так пугаюсь? Хоррор не очень страшный. Не очень рекомендовать буду. Потому что я его уже прошел, во-первых. Вот, ну такой хоррор, не страшный, скример в конце страшный. Кстати, подпишитесь на канал, чего вы не подписываетесь. Лайк поставьте, комментарий напишите, обязательно комментарий. И еще хочу сказать, скоро VR. Пока. Okay.